Для меня этот фильм всколыхнул мою старую любовь к фильму «Кин-дза-дза» и вдруг дал какое-то новое измерение, потому что, ну, ты уже знаешь, что будет, да, ты вот, ты знаешь этот мир, но ты видишь его совершенно какой-то по-новому придуманный, анимация прекрасной формы, потому что совершенно не ограничивает фантазию, там могут быть, ну, любые формы, любые самые такие странные, причудливые, парадоксальные вещи, да, и там все, там вот, вроде бы, история та же самая, там чуть-чуть по-другому расставлены акценты, вот эти маленькие детали, вот эти фразочки, которые тогда были очень актуальны для того времени, есть фразы, которые вечны, да, как общество, лишенное цветовой дифференциации штанов, не имеет будущего. Но вот эти вот, ты молодой приспособлен, адаптируешься, например, да? Ну, там много того, что вдруг делает фильм очень современным. И я, правда, очень рад, что я эту картину вижу, что этот фильм есть. Мне захотелось пересмотреть тот, мне захотелось пересмотреть этот. Ну, в общем, я очень рад.